Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Я тут фоткаю вообще-то, вы мне фон загораживаете. А зачем ты меня снимаешь? Не снимай меня. Ну и зачем? Утро на море. Море неспокойно. Чайки. Посмотри, какие чайки. Я хочу, чтобы этот влог был таким же спокойным, как это море. Он не будет таким спокойным, потому что в моей душе бушует ярость. Трям подписчикам и гостям. Я надеюсь, что вы больше никогда меня такой не увидите. А если увидите, ну вам не повезло. Извините. Поезд! Там поезд. Сейчас 4 часа утра. И знаете, что я поняла? Пояс от этого платья сдерживал то, что вот этот вот разрез, да? Он был слева. А сейчас он посередине. У моей души бушует ярость и негодование. Я надеюсь, что меня никто больше на этом пляже не слышит. Никакие полтора великолепных человека. Меня укачивает. Меня укачивает, потому что мы качаемся на качелях. Качели — это очень опасно. Знаете, насколько опасны качели? Вы можете на них качаться и умереть. Я не знаю, пойду ли я купаться. Мне стрёмно. Просто прислушайтесь к шуму моря. Море такое спокойное и чистое, когда в нем нет людей и мусора. Хотя, блядь, по-моему, я разговариваю синонимно. Ты посмотри, какие волны. Просто посмотри, посмотри на эти волны. Сейчас тут еще волна будет побольше. Я тебе отвечаю. Будет волна побольше. Нет, не будет. Кажется, меня съели комары. Но их тут нет. Значит, это нервные. Я просто очень нервная. Чешусь из-за нервов. А вообще интересно, какая сейчас водичка. Я подойду, но я ничего не обещаю. Мы не взяли тапки. Ты мне поможешь? Хорошо. Рассвет на море, конечно, красивый. Но мы на него не успели. Спать хочу. Я всю ночь не спала, чтобы встретить рассвет. А когда мы вышли, мы уже все проебали. Коротко о том, как проходит моя жизнь. Там, по-моему, лежит какая-то собака. Я не уверена. Может быть, это человек. Может быть, это камень. Или бревно. Я не понимаю. Смотри. Сейчас я буду тонуть, но не сильно.
Знаешь, мне кажется, если я сейчас зайду в воду, я либо потом не смогу выйти, либо я выйду, но замерзну, потому что вода реально теплая и чистая. И это реально проблема. Потому что все, что меня выталкивало из воды, это усталость и грязь. И люди. Сейчас ничего этого нет. Ни мусора, ни людей, но... Типа, блин. Сейчас рассвет, и они... Они... Часов... Сколько они набегают? В полдень после 9. Он там мужик идет толстый. Йоу. Живот трясется. Я боюсь. А как он меня слышит? Я не знаю, не очень хорошо. Я очень невоспитанный человек. Вот. Еще я не намазалась BB-крем, который я купил. Он окисляется в море, он становится рыжий. Но не на всем лице, а только около волос. Возможно, на него так действует меланин, который, ну, типа, в волосах у меня содержится, типа, его дохера. У меня поэтому волосы темные. И, типа, может быть, он так действует на CC-крем. Вот сейчас было красиво. Вот сейчас было красиво. Да, сейчас море спокойное. А какие волны считаются большими? Там, кстати, какая-то яхта плавает. За нами уже выехали. Это какой-то патруль. Блин, я тут купила какую-то хрень, которая называлась «Медуза». Я думала, это газировка. Она стоила полтинник, но это оказалось не газировка. Это оказалось какое-то пиво очень стрёмное и типа как шейк. В общем, ну вон нахрен. Если вы захотите купить какую-то газировочку, берите только газировку с алоэ. Оно стопудняк не будет алкогольное. И настолько невкусное. Это просто это какой-то ад. Это какая-то непонятная хренота. Алкогольные напитки, которые дешевле косаря или 800 рублей, обычно не несут ничего хорошего. А вон там голубь по пляжу гуляет. Даже у голубя. У голубя, блядь, есть отпуск. И вон там тоже. Тут вообще очень много голубей, они гуляют. Красиво, пиздец. Что ты делаешь? А зачем ты меня снимаешь? Не снимай меня. Не снимай. Смотри, какие облака. Смотри. Вот это, блин, облака. И небо. Но ты не снимай меня, блин. Не снимай. Вывожу дреды на прогулку. Они должны просолиться. Но у меня прям какая-то странная фигня с ними. От моря они должны быть жестче, но у меня они стали мягче. И типа, что? Кого? Зачем? Ты зачем меня снимаешь? Пойдем купаться? Хорошо, пошли купаться. Как сметанка. О, я сметанка. Короче, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Тут, короче, это холодно и мокро. Холодно и больно, блядь. Утром. Каждое утро холодно, блядь, и больно. Как всю мою жизнь, прям. Вообще пиздец.